Называется «Монолог об Афганистане». Афганистан, как это интересно, ведь там война, я знаю из газет, сказала девушка, ко мне прижавшись тесно. Какой я мог на это дать ответ? И я сказал, что там чуть-чуть стреляют, и что душманы пакостный народ. Бывает, пуля в руку попадает, а чаще получается в живот. Афганистан, чему вас там учили? Спросил отец, наверное, воевать. Да что война? Скажи, как вас кормили? И сколько спали вы? Спросила мать. В Афганистане нас всему учили. Окопы рыть и басмачи стрелять. Мы ели персики и кока-колу пили. И были, в общем-то, не дураки поспать. Афганистан, о Господи, помилуй, запричитала бабушка моя, ведь там полным-полно нечистой силы. Нам говорила в церкви попадья, нечистой силы, правда, там хватает. Сказал я ей, и в церкви вам не врут, бывает так, нас выгоняют, забросают, что никакие бани не берут. Афганистан, я помню, в 41-м пристал ко мне в трамвае инвалид, а я берег расшатанные нервы. Стоял, молчал и делал умный вид. Я думал, что пристал ко мне зануда. Я мог бы тоже рассказать тебе, как страшной силы взрыв контактной мины разносит прах от Кипра ПМП. Афганистан, как это романтично, мечети старые и бабы в паранже, сказал брат Мишка за бутылкой столичной. Мы с ним по третьей начали уже. Ну что сказать тебе без показухи? Бывало все в стране проклятой той, но хуже всех, так это были мухи. От них хотелось вешаться порой. Афганистан, шумели на заводе мои друзья, когда вернулся к ним. Ведь ты был там, а это нынче в моде. Скажи-ка, ну а как там со спиртным? И я поведал, как играла пражка, шипя змеей в полночной тишине. От этих слов хватила их кондрашка, и свой портвейн они отдали мне.